Второе место в конкурсе академического вокала в прошлом году заняла студентка Нижегородской государственной консерватории имени Глинки Наталья Лескова. В ее исполнении прозвучит песня «Лауры» из оперы Александра Сергеевича Тергомышского «Каменный гость». Концертмейстер Галина Крещук. Аплодисменты! Из оперы «Пиковая дама» в исполнении лауреата международного фестиваля Music Open Pefas, аспиранта Нижегородского государственной консерватории имени Глинки Инь Ян Джуана, концертмейстер, дипломат всероссийских и международных конкурсов Галина Крещук. Встречайте!